Папа, смотри, что это такое? Подожди, подожди. Это же фотоаппарат. Смотри, это фотоаппарат. Только... Но в нем нету... Карты памяти. В нем нету, во-первых, карты памяти, в нем нету аккумулятора. Значит, кто-то пытался сиреноголового уже сфотографировать. Но ему это не удалось, и он его съел? И он его, наверное, съел. Пап, как ты думаешь, кто мог вытащить это все? Я думаю, что ты мог вытащить сиреноголовый. Дима! Дима! Нужно скорее садиться в машину и спасать Диму. Скорей, давай сюда, бегом, садись! Папа, он бежит за нами! Дави на газ! Thank you.
отправили быстрее, во двор он туда точно не сунется. Да, 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 надо ехать во дворы. Он боится людей, это точно. Мы с тобой считали и видели, он во дворы не ходит. Дима, во двор, все, едем во двор. Кажется, он от нас отстал. Борочин, сюда, сюда, сюда. И все-таки в сторону жилых домов он не идет. Людей поодиночке он не боится точно. Живет на окраине, чтобы не привлекать внимания. Значит, интеллект у него точно есть. Интеллект у него точно есть. Значит, это не глупое животное. Но интересно, насколько он умен? Это да. Не знаю. Давай пойдем почитаем в интернете. Вот, интеллект. Его разум непонятен человеку. Разум непонятен человеку? Это вообще как? Как-то непонятно, но разум у него есть точно. Я думаю, он намного умнее человека. Или имеет какой-то нестандартный интеллект. Сложный для понимания. Логичный? Нет, Дим, логика в его поведении определенно есть. Вспомни фотоаппарат, который мы нашли в лесу. В нем не было аккумулятора и карты памяти. Существо без интеллекта и логического мышления не смогло бы достать оттуда карту памяти или аккумулятор. А вообще любое другое существо вообще не обратило бы внимания на этот фотоаппарат или вовсе раздавило бы его. А может, он кто-то прикрывает? Думаешь, кто-то из людей? Возможно. Давай сообщим это в полицию и все расскажем. Нам никто не поверит. Пропавших людей ведь кто-то ищет, а мы нашли ботинок и куртку. Да по всей стране всегда кто-то пропадает. Если мы пойдем в полицию, то про сиреноголового там точно никто не поверит. Да и вообще, сейчас еще про меня еще подумают. На этих куртках, на этих вещах остались мои отпечатки пальцев. Так вообще меня обвинят в убийствах. Давай лучше просто про это забудем. Но он же еще кого-то съест. Он чуть тебя не съел сегодня. Ты лучше об этом подумай. С меня просто приключений хватит. Жалко. Пойду что ли еще почитаю. Опа! Вот такой вот. Ну то же самое. Из года в год, ну хоть раз что-нибудь изменили бы. О нет! Где ж ёлка моя? Смотри, вот они! Вижу. Ты правда говорил, вот они! Погляди, у них наша елка!